Состояние критическое. Собственным глазам. Доктор Гордон Фриман собственной персоной. Вы как раз вовремя, док. Нам нужно уйти, пока комбайны нас не обнаружили. Мы как раз готовимся сняться с места. Поспешим. Нам нужно сворачивать лагерь и уходить. Приветствую, Фриман! Пойдемте. Я покажу вашу задачу. Вот, взгляните сюда. Это дамба. Она прямо по курсу. На старый ГЭС прячется Элай. Рукой подать от дамбы. Но попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте, считайте, почти нереально. Хорошие новости. Вартигонд что-то там шаманит под вашим катером. Так что он станет помощнее. Кажется, он уже заканчивает. Выходите. Ну вот и мы сняли эту пушку с такого же охотника, как и твой враг. Какая ирония, просто душа радуется. Сбейте вертушку и сможете прорваться к базе Илай.
Фримен должен взять это оружие, иначе он пожалеет об этом. Прощайте, доктор Фримен. На свободу! Задайте им жару, доктор. Опасный уровень радиации.